Так, я еще раз включился. Хозяйка и Джонни стоят возле нас с Татошей. Вот какие он упражнения умеет делать. Сейчас нам покажут. Это будет некий мастер-класс. А папа потом поближе подойдет и снимет покрупнее мордочку Джонни. А это Татоша. Мы с ним сегодня зрители. У нас тут бесплатное представление. Джонни ОЕ называется. Да, Джонни? Вот он в домик. В домик. В домик он не пошел. В домик не пошел. А вот, вот так в домик прошел. Вот молодец. Вот это Джонни. У Джонни такие бровки. Я вот только при свете дня сегодня разглядел. Такие брови. Леонид Ильич позавидует даже. Татоша, сиди, я поближе сейчас подойду, сниму. Сидеть, сидеть, Татоша. Вот, ну-ка я поближе сниму Джонни. Вот у него. Обратите внимание, какие брови. Хозяйка говорит, это не я нарисовала. Я ему не подвожу брови. И ресницы ему не клею. Он же мальчик. Вот, а была бы девочка, так он, наверное, бы и хвост был креативный. А у нас бобтейл забыл. Так, вот Луна пришла. Луна пришла попроведовать, чем тут занят Джонни. Ну, вот так вот у нас еще один ролик без участия Эдисона. Он пошел свои лампочки там вкручивать, наверное. Татоша, Татоша у нас все равно в наморднике. В целях безопасности. А папа еще раз поближе снимает Джонни. Ну, давай крупным планом для нашей мамы. А это крупным планом Луна. Она у нас Луналика. Вот. Ну, вот такой у нас еще один интересный ролик для зрителей нашего канала и для нашей мамы и для папы тоже. Все, всем хорошего солнечного настроения. Пока!